чего только не увидишь на белом свете. Можно увидеть даже вот такую вот замечательную конструкцию. Это баня тыква. И давайте посмотрим, что же в ней такого особенного и что за печь там установлена. Здесь традиционно для бани феста очередь. Здравствуйте. Что у вас за печь стоит? Печь Фейрингер. Отлично. А это была малютка, по-моему, да? Да, совершенно верно. Эта печка сделана на базе малютки, но только название она сейчас имеет мини. Ага. Можно я зайду, посмотрю? Да, конечно. Спасибо. О, тут уже есть целый релакс. Действительно, надеюсь, я не помешаю уважаемым господам. Хочу посмотреть, что же это за печь. Основная проблема баня феста, то, что ты с камеры заходишь в любую баню, и первые пару минут ты видишь молоко. Фишка печки в том, что она уже топится у нас 7, да, наверное, часов. 7 часов. 7 часов. И вот раз. Ничего фишка, себе. Да? Ничего себе. Это не обман. Действительно. Ну, я не знаю, ну градусов 40-45, наверное. Может быть, чуть больше, нет, да. Нету 45, потому что это температура, которая не обжигает руку. У нас в колонке вода. Когда мы моем посуду, ну, кстати, да, да. Заметить. А что это такое тут установлено на эту печь? Это для образца стоит кассета, которая разрабатывалась еще лет 4-5. Но она также участвует в парообразовании? Нет, 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 это просто. Ага, ну ладно. А это что же тут такое интересного? Это, естественно... Здесь закрыто. Интересно, что Каника. Сейчас мы можем видеть разводку. Вот это. Угу. Это разводка, которая позволяет нам подать воду на парогенерирующие кассеты. На данной модели их установлено 3 штуки. Соответственно, правая часть попадаем в правую, в центральную, левая часть попадаем в левую, в центральную. Угу. Плюс также разводка, которая позволяет нам подать на камни. Супер. Кассета, у нее внутри находятся какие-то элементы, которые помогают снять пар. Да, ну она сама и предназначена для того, чтобы преобразовывать пар, выполнена из 439 стали. То есть здесь она укомплектована полностью кассетами. Вы можете для себя приобрести как без кассет, также установить одну, две или три кассеты. Соответственно, сколько вы хотите пара, да, столько вы и получите пара. Интересно. Нужно мало, пожалуйста, возьмите одну. Нужно больше, возьмите больше. Смотрите, ну печи действительно очень необычные. По своей форме и в том числе по своему содержанию. Они стоят особняком вообще на печном рынке. И печи Фейрингер сколько им? Лет уже 20, наверное, да, и производите? Около того. И, и смотрите, вот, да, форма у печей осталась прежняя. То есть эта форма идет очень, очень давно. Но ее реализация вот, очень, очень интересная. Много резных элементов. Очень, и они такие выполнены, сделаны со вкусом. Очень интересная окраска, то есть такой некий эффект старины. И печь очень гармонично выглядит вот в этой парной. Парная, кстати, очень интересная. Вот этот купол, я так понимаю, позволяет равномерно распределить пар по всем уголочкам этой бани. Тут, в принципе, уголочков-то и нет. Здесь можно сказать о таком факте, что здесь, вот здесь порядка 32 кубов, а печка у нас рассчитана до 18 кубов. Вот это да. И она вполне справляется с этим объемом. Печь мы производим для семей, это для семейных бань, для использования в частном секторе, в частных банях. Ну что ж, друзья, я вам рекомендую зайти в интернет-магазин farnax.ru. Там в разделе банных печей вы можете для себя подобрать печь Фейрингер. И обращайте внимание на то, что они бывают совершенно различной конструкции и очень-очень интересных модификациях внешне. Подбирайте для себя эти печи, заказывайте и парьтесь с удовольствием.